Жильцы против. Да. Как тяжело я вытерпела. 8 утра. Ворвались люди. Столько времени все происходило. Что они вам предъявили? Знаете, вопрос просто в том, насколько это все было унизительно. Со мной ходила женщина, я не могла даже принять душ. Это все происходило, как и обычно у нас в России, происходит исключительно для унижения человеческого достоинства. И начиная с того, что мне просто не дали одеться, я, простите, в полуголом виде была перед огромным количеством ОМОНовцев, которые просто не давали мне даже одеть халат. Что ворвались в квартиру в 8 утра. Все это было очень жестоко. Но ничего, мы прорвемся. Все будет хорошо. Главное понимать, что то, что происходит, это уже не просто несправедливость. Все деньги, которые у меня есть, вот, наверное, первый раз в жизни буду в ситуации, когда буду просить в долг у друзей. Я храню деньги дома, я не вполне понимаю, что я здесь нарушаю, ну, также какие-то бумаги, ценные вещи, я не знаю, почему-то, ну, это все носило форму абсолютного издевательства, потому что у меня там личные письма, записки, когда люди с насмешкой начинают громко читать какие-то мои личные письма, там, любимому мужчине, как-то это приобщать к делу и какие-то записки, ну, это просто все отвратительно.